Вообще первый заморозки, стали асфальт ложить. Интересно, технология позволяет асфальт ложить по морозу или нет? Или этот асфальт через две недели зависит весь? Только ударили морозы, стали асфальт ложить в центре. Видно, как пар идет. Температура отрицательная. Это на улице Ульянова находимся. Видно, что асфальт остывает на глазах. Будет ли он просто прилегать, будет держаться, неизвестно.